Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я вместе с вами хочу связать вот такой вот классный, вторую пару вот такого вот классного ажурного носка. Вяжется он очень-очень легко. Я вообще даже не думала, что он настолько легко будет вязаться. Иногда терялась в подсчетах, но имея схему на руках, конечно, это все очень сильно облегчает. Но, в принципе, вязать этот узор очень-очень легко. Он классно вообще и ложится, как вы видите, да, и очень стильно смотрится. Вот, вязать я буду на обычных спицах, бамбуковых, номер 3. Пряжа у меня, что самое ни на есть, простая, потому что я обычно не люблю, скажем так, заморачиваться, да, по поводу пряжи. Вот, мне очень понравился вот этот вот оттенок зеленого, такой оливковый цвет, очень благородный. Поэтому предлагаю вместе с вами сегодня вот связать вот такой вот классный узор. Также я хочу отметить, что на каждую спицу я набираю по 12 петель. В принципе, мне этого достаточно, у меня размер ноги 36-37, но я думаю, что этот носочек у меня даже получился немножко больше, но ничего страшного. Итак, я начала уже свое вязание. Я не буду вам показывать, наверное, начало, да, вы сами для себя определите, какой, как вы хотите, как вам удобно больше вязать. Я провязала 3 ряда полурезинки, то есть эластичные, и потом 4 ряда обычной резинка 1 на 1. Вам, вот как вам, вы сами, вот как вам нравится, да, то есть, может, вам нравится там 2 на 2 резинка, или как вот у меня 1 на 1. То есть вы уже сами решите. Я вам уже сразу сейчас начну показывать, как связать именно этот узор. Поэтому давайте приступим. Итак, давайте приступим с вами к вязанию самого узора. Значит, у нас с вами узор состоит из 8 рядов. Я буду с вами вязать по 2 раппорта каждого ряда. Так, давайте приступим к первому ряду. Значит, первый ряд у нас идет 3 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо. То есть мы берем 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая. Еще раз показываю. 3 лицевых. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая. И так вам нужно провязать весь этот ряд. Начинаем вязать с вами второй ряд. Значит, первый ряд у нас мы начали с 3 петель, сейчас мы начинаем с 2 петель. Значит, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, вот так вот. Далее у нас идет накид и 2 лицевые. Провязываем еще один раппорт. 2 лицевые, то есть он повторяется. 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. И так вам нужно провязать весь остальной ряд. Итак, начинаем вязать с вами третий ряд. Третий ряд вяжется так. 1 лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо. Мы взяли 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее мы делаем накид и вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Провязываем еще раз вместе. 1 лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 1, 2, 3. То есть 3 лицевых. Итак, нам нужно провязать весь остальной ряд. Итак, четвертый ряд мы вяжем следующим образом. 2 петли вместе, то есть сразу 2 петли вместе, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, еще раз, 2 петли вместе, накид, 1, 2, 3, 4, вот так. Итак, следующий пятый ряд мы вяжем немножечко по-другому, но ничего страшного в нем нет. Итак, начинаем вязать. Значит, 1 лицевая, делаем накид. Далее нам нужно сделать с вами протяжку. Что мы делаем? Мы снимаем следующую с вами петельку на эту спицу, провязываем с вами петельку и протягиваем ту, которую сняли. Вот так. Далее вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Давайте еще раз вместе. 1 лицевая, накид, протяжка. Снимаем, провязываем одну петельку и протягиваем ту, которую сняли. Вот так. И провязываем еще 3 лицевых петли. То есть, что у нас идет? 1 лицевая, накид, протяжка, 3 лицевых.
Шестой ряд мы вяжем следующим образом. 2 лицевых, накид, протяжка. То есть снимаем петельку, провязываем следующую и дальше протягиваем ее. И далее вяжем 2 лицевых. Еще раз. 2 лицевых, накид, протяжка, 2 лицевых. Итак, седьмой ряд мы вяжем следующим образом. 3 лицевых, провязываем 3 лицевых, накид, делаем протяжку, 1 лицевая. Провязываем вместе еще один раппорт. 3 лицевых, накид, протяжка, 1 лицевая. Смотрите, какой у нас уже узор, в принципе, очерчивается. Итак, провязываем последний ряд данного узора, это у нас 8-й ряд идет. Вяжем его следующим образом. 4 лицевых, накид и делаем протяжку. Очень легко. Еще раз. 4 лицевых, накид и делаем протяжку. Итак, вам нужно довязать весь этот ряд. Итак, я провязала 8 рядов нашего ажурного узора. Если вы будете продолжать по данной схеме, у вас, в принципе, должно получиться вот так, как получилось у меня. Я не буду, наверное, снимать весь процесс вязания самого носка. Я думаю, что вы умеете его вязать. Если вдруг вы не умеете, дайте мне знать. Я обязательно вам запишу отдельное видео, да, и, конечно же, сниму, как я провязываю весь носок. Но, в принципе, как вы уже поняли, до того, как я уже поняла, что высота моего носка мне подходит, что я сделала? Я просто начала вязать обычной платочной вязкой свою пяточку, то есть я вывязала пяточку платочной вязкой. Эту часть я вязала по схеме, по той схеме, по которой я вам показала только что. И здесь обычно у меня идет изнанка. Это просто я сделала для того, чтобы, ну, как-то немножко отличить свой носочек, да, чтобы были какие-то другие узоры на нем. Ну а на сегодня это все. Если я вдруг что-то забыла или что-то вдруг не сняла для вас очень важное, да, пожалуйста, еще раз оставляйте все свои вопросы внизу в комментариях. Я, конечно, всем помогу. Вот. Ну а на сегодня это все. Всем счастливо и всем хорошего дня.